Всем привет, народ! Сегодня опять будет для вас такое интересное видео. Покажу вам, как я скальпирую на одной минуте. Видео уже записано, и сейчас я буду вам просто комментировать. Вот, видите, нашел я вот такое вот затухание. И вижу, что график двигается в определенной тенденции. И здесь я пытаюсь ее ловить. Видите, выжидаю вот такие вот пики и захожу. Буквально минута 30 секунд, так как вы видите, как движется график. Вроде бы такие ситуации, они, народ, несложные. Здесь может заработать абсолютно каждый. Но у людей как бы не хватает усидчивости, не знаю, не хватает терпения. Люди не могут зайти. Видите, отлично все, закрывается у нас две сделки. Опять же, я жду. Жду просадки или повышения. Жду определенного такого вот сигнала. Отлично, просадка, я захожу на повышение. Видите, уже такая просадка была раньше. Значит, большая вероятность того, что график опять пойдет вверх. Видите, это очень большой масштаб, видите, как его колбасит. Посмотрите по пунктам. Так, здесь не везет нам. Ничего страшного, я вижу, что видите, он продолжает биться, не может никуда отбиться, значит, произойдет разворот. И все происходит, как нам нужно. Происходит разворот, и график идет на повышение. Самое-самое главное, я всегда повторяю в своих видео, это вовремя находить такие ситуации. Вовремя находить их, вовремя заходить и вовремя выходить. Заработали свою сумму и довольны, и уже на сегодня не торгуете. Отлично, заходит у нас. Так, здесь пока график по центру. Так, уже поднялся. Опять же поднялся к тому уровню, ну, немного выше. И опять можно ставить на понижение. Такие ситуации, такая волатильность чаще всего с 12 до 3 ночи. Такую волатильность нужно ловить. И не засиживаться, еще раз повторяю. Нашли 5-10 минут и вышли с рынка. Поверьте, вы также сможете так заработать. Так, здесь видите график пока по центру, я не знаю куда. Ну, жду определенный сигнал. Уже, чтобы не рисковать, взял 20 евро. И так уже деньги заработались. Никуда не спешите, не жадничайте ни в коем случае. И все у вас будет получаться. Видите, пока не знаю, куда ставить, жду определенного сигнала. Вот вы замечаете, что он, ну, что на одних пунктах этот график идет. Видите, коснулся того же уровня, что и раньше касался. И опять принимаю решение, что будет отскок. Никакие индикаторы, никакие здесь волны вам не нужны. Ну, вообще здесь ничего не нужно, потому что это, во-первых, минута, и, во-вторых, очень маленький масштаб. Видите, опять же, график бьется, и должен произойти разворот, должен произойти отскок вверх. Ну, у нас возврат. Я еще раз оцениваю ситуацию. Ставлю уже 10, чтобы вообще не рисковать. Но я уже здесь хочу как бы закругляться с торговлей. Отлично, происходит скачок, как нам и нужно, но здесь эта сделка не зайдет. Вот сколько уже там. Вот на 8 секунде выстреливает резко вниз и у нас не заходит. И так как я хотел закругляться, я здесь принимаю решение покинуть рынок. Итак, смотрите, сколько заработали. Получилось до 150 евро всего лишь за пару минут. Всего лишь на том, что я нашел простую ситуацию и сумел в нее вовремя зайти и вовремя выйти. И 150 евро за пару минут – это отличный результат. И теперь со спокойной душой можете все заниматься своими делами. Так что, народ, желаю находить такие ситуации. Тренируйтесь пока там на демо-счете, если пока не хотите в таких ситуациях участвовать. Но на них всегда реально заработать, потому что здесь реально все наглядно видно. Так что всем удачной торговли. С вами был Рэпер Трейдер. Всем пока.